древний-древний, модель DXY1200. Фломастеров осталось 3 штучки. Вот они, красный, зеленый и синий. Вот топочки их родные. Смотрите, 3 топочка, 3 фломастера. Все заклеено пленочкой. Так скажем, наполовину отвалившаяся, но на кнопках управления она только вот уголок отклеивается, остальное все там девственно чисто, хотя плотер долгие годы работал. Значит, проблема следующая: кусочек корпуса около разъема питания, выключения и переключения типа карандашей. Так скажем, выпили. Когда-то давно была одна мысль. Вот видите, неровно вот так отломали его. Вот такой вот плотер. На родных ножках все аккуратненько, все чистенько. Плотер может эксплуатироваться как в горизонтальном положении, лежа на столе. Вот как видите, все 4 ножки. Так и в настольном положении. Вот с помощью ручек ножек вставляется следующим образом. Верхняя вставляется, нижняя и двигается вверх. Аналогично с парами. На этих ножках тоже есть мягенькие наклеечки. На задней части плоттера под табличкой, в которой расписано положение перемычек, есть шильдик, где указан серийный номер и модель данного плоттера. И хочу отдельно указать, что сзади есть наклеечка, где указаны все служебные сочетания кнопочек, которые можно использовать при управлении плоттером, а также 2 разъема подключения. Сериалы, параллели. Таблица перемычек. Пробное включение. Горит лампочка пауза. Каретка делает тестовый прогон. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.